всем. Я Алексей Горбовский, представляю сервис по доставке бутилированной еды 19 литров по Москве и Московской области. Суть в том, что как бы бизнес существует уже давно, все пользуются этой водой, рынок состоит из 50% физлиц, 50% юрлиц, и это актуально больше для физлиц, потому что люди заказывают воду сегодня, привозят им через сутки и в 6-часовой интервал, либо до обеда, либо после обеда. Мы как бы проверили гипотезу в Тюмени, то, что когда человек заказывает воду, ему привозят в течение часа, это гораздо прикольнее и актуальнее. То есть дорогая ложка к обеду, если это еще работает круглосуточно, это вообще огонь. За полтора года работы в Тюмени мы завоевали 13% рынка, после чего продали Уральской федеральной компании, потому что стало неинтересно финансово, и решили перейти в Москву. Суть... Как это организовано? То есть мы создали программное обеспечение, куда падают все заявки, некая CRM, ERP-система. Эти заявки попадают сразу непосредственно к водителю. Водитель рассредоточенный по Москве, уже с необходимым запасом воды, доставляют воду, бывает за 15, 10, 20 минут. То есть схема работает как в такси. Рынок бутилированной воды в городе Москва и Московской области 12 миллиардов рублей в год, 200 конкурентов. В данной таблице представлены основные игроки, которые... кроме нашей компании, занимают порядка 70% рынка. И основные наши конкурентные преимущества, то, что мы доставляем в короткий период времени, заявляем 2 часа, возим по факту в течение часа и круглосуточно. Ни один из представителей на рынке такого не делает. И что из этого можем как бы вычерпнуть, да, это основное направление нашего, нашего развития является совершенствование собственных IT-технологий привлечения клиентов и автоматизации, ускорения процесса доставки воды. В данной таблице динамика заявок выручки, но здесь как бы в целом могу сказать, то, что оборот нашей компании на сегодня небольшой, это 2 миллиона рублей в месяц, но за лето, активная фаза началась в мае месяце, мы выросли в 4 раза. Если посмотрим на график, то вторичные, повторные заявки, они оранжевым цветом, желтым, растут очень неплохо, как бы за последние пару недель они выросли порядка на 20%. Но для того, чтобы этот рост стремительно сохранялся, нужно для того, чтобы привлекались новые клиенты и обеспечивали, естественно, как бы там клиентскую базу приращивались. На сегодня в нашей клиентской базе порядка 3000 активных клиентов. Стоимость одного клиента в маркетинге нам обходится 1200 рублей, средний чек заказа 718 рублей, LTV 2 года и чуть больше 10 тысяч рублей. План на ближайшие годы, по большому счету, здесь основные показатели. 50 новых клиентов в день мы планируем покупать по той сумме, которая была на предыдущем слайде. Планируемая прибыль через 8 месяцев и суммарная рентабельность порядка 87 миллионов за 2 года. Выручка к концу первого года 20 миллионов. Кроме основных наших преимуществ, то, что возим за час и круглосуточно, у нас также внедрена система лояльности, что позволяет удержать клиента. Это наша команда. Алена – это HR. И дальше как бы неважно. Предложение для инвестора. Инвестиции требуются порядка 33 миллионов. 16 пойдет на выкуп инвестиций мелкими, которые были как бы в прошлые периоды времени. На маркетинг, на приобретение тары, на развитие, на масштабирование 17 миллионов. И доля в компании 25%, выручка через год 20 миллионов. Это мои контакты. Давайте, я буду рад ответить на все ваши вопросы. Спасибо большое за внимание.